Продолжается цикл мероприятий под названием «Дни триумфа», организуемый Национальным олимпийским комитетом Азербайджана в честь победителей и призеров соревнований в рамках 4-х игр исламской солидарности «Баку-2017». НОК организовал встречу азербайджанских спортсменов с общественностью и вручил им подарки. Ранее я выступал в соревнованиях на чемпионате мира среди молодежи. Это было моим первым участием в состязаниях среди молодежи, я стал чемпионом. Я был счастлив, что победил, и стал еще упорнее заниматься. Следующая цель – Олимпиада. Как и каждый спортсмен, желаю стать олимпийским чемпионом. Соперники в финале, наверное, был самый такой, чуть потяжелее, представитель Ирана был. Но опять-таки много болельщиков, полный зал, и они как-то гнали вперед. И болельщики сыграли важную роль в этой победе. Им спасибо большое. Очень рад, что сумел у себя на родине победить соперников, которым уступил на Паралимпийских играх в Рио. Это спортсмены из Узбекистана и Марокко. Тот факт, что выступал в родном Азербайджане, несомненно, сыграл свою роль. После Рио я очень ждал реванша и доволен, что мне довелось встретиться с ними на Исламиаде в Баку. Подняться на самую высокую ступень почетного пьедестала, завоевать золотую медаль – мечта каждого спортсмена. Надеемся достичь такого же результата в Токио в 2020 году.